Друзья, всем привет из Западной Сибири. Воскресенье. Сегодня большой праздник, день Пресвятой Троицы. Ранняя Троица, видите, цветет калина. Лето наступило у нас в Сибири. Я всех поздравляю с праздником. Немножко покажу вам, чем мы занимаемся в такую жару. У нас, друзья, сильная аномалия, сильная жара. Сегодня в городе плюс 36 в тени, а дальше обещают плюс 37. И пик будет плюс 38. Опоры под пионы не ставим. Цветам очень тяжело. Нужно, чтобы они дышали. Пропустим жару, а затем уже посмотрим, что у нас получится. Ред Шарм на открытом солнце начал открываться. Возможно, получится немножко продлить пионом цветение. Все горит, друзья, поливай, не поливай. Самые нежные цветы сгорают в первую очередь. Это ирисы. Sunny Girl, солнечная девочка, спешит. Ужасно спешит открыть свои цветы. Знаете, на что похожи цветы? Цветы у этого сорта в жару похожи на слово «фырк». Как будто бы воробей вспорхнул из пыли. Да. Очень удивительный у нас, друзья, сезон. Я сегодня связала отдельные стебли у двух кустов. Вот так просто бечевкой видно вам между собой, чтобы они не разваливались в стороны. Опоры поставим позже, если у нас это получится. Ну а я в этом видео хочу показать вам, как стареют видовые сорта пионов, гибридные. И как стареют кусты молочно-цветковых сортов. Вот посмотрите, Pink Hawaiian Coral. Кусты не загущаются. Кто написал мне, что кусты загущаются? Нет, они не загущаются. Просто посмотрите, рядом начинает расти как бы отдельный куст. С одной стороны, со второй стороны и там сзади еще. Рядом с основным кустом. Пожалуйста, вы можете откопать себе в сентябре деленку. Аккуратно отрезать ее. И в сухую погоду, естественно, присыпать это место толченым углем или золой. То же самое сорта лактифлора. Вот посмотрите куст. Он не загущается, просто рядом начинают отрастать как бы отдельные деленки. Два года назад я просто вот такую часть отсекла, раскопала немножко лопатой и высадила ее отдельно. Она уже цветет. Все засыпала золой. Куст жив-здоров. Сейчас покажу вам его в лицо. Так как это задняя сторона, пионы склонились. Рядом еще один старый куст. Ему больше 15 лет. Вот тоже хорошо видно, как в стороны нарастают как бы отдельные кустики. Им бы тоже желательно заняться. Вот так выглядит куст отсеченный. Он и не переставал цвести. Цветы у него укрепились после такой операции. Но этому кусту еще предстоит перенести все это, если я, конечно, найду время заняться. Так тоже можно омолодить кусты. Только делать это нужно аккуратно, не оставляя раны. И не за один раз отсекать вот эти отросшие как бы в стороны деленки, а постепенно.
за один год с одной стороны куста, а через пару лет с другой. Если вы хотите оставить их на месте, смотрите, сколько цвета, огромнейший куст. Ну и последнее. Кто спрашивал, что делать, если пионы так и не вышли из земли, приобретенные, высаженные осенью или весной? Вот, посмотрите, пион, высаженный в середине или ближе к концу мая, он только-только появился. Ждите, друзья. Поливайте изредка, чтобы земляной ком не пересыхал, но не заливайте, иначе корневище может сгнить. Поливайте, если у вас, как у нас, сильная засуха и жара. Или если он высажен в очень сухом месте. Ну а если уж не появится совсем, тогда выкапывайте такие корни, начиная после 25 августа. И весь сентябрь смотрите, что с ними произошло. Иногда они в земле все равно. Если вы их поливали летом изредка, наращивают новые почки. И раскопав, вы сможете посадить их в лучшее место. Или перекопать яму и высадить туда же. Пионы, высаженные осенью, обычно всегда выходят из земли. Вот посмотрите, как совершенно не переносят такое пекло. 36 в тени, даже политые кусты ирисов, у них цветы сразу плавятся. Красоты мы, друзья, не увидели. Ну что ж, мы будем ждать пик жары, плюс 38, даже страшно себе представить, плюс 38 в тени. Такого у нас, конечно, никогда не было. Смотрите, Бакайбел, наверное, откроется. Вот он-то совсем жару не выдерживает. Ну а после пика жары, друзья, у нас будет резкое падение. Меньше плюс 20 градусов. И мы наконец-то вступим в настоящее спокойное лето. Всех еще раз поздравляю с праздником Троицы. Всем хорошего настроения. До скорых встреч.